Ну, со стенами, конечно, я думаю, что лучше не стоит, потому что ничем хорошим никогда не заканчивалось. Стены всегда как бы по итогу рушились. Вот. И поэтому в интернете тоже как бы не думаю, что будет от этого какая-то польза. Ну, единственное, конечно, что поменьше может быть каких-то дезинформации какой-то там, чтобы вот за этим следили. Но опять же, как уследишь, то есть правда, неправда, тоже не понятно. Ну, по крайней мере, люди общаются, и с помощью этого как бы очень там информируют себя и окружающих. Я думаю, что не стоит. Единственное, конечно, что касательно детей тоже, вот, это да, то есть все, что связано вот с детьми, вот там, да, там, наверное, надо все-таки. Хотя есть уже сейчас же такие даже для детей интернет специальный, там, то есть он не может на какие-то сайты зайти до 18 там и так далее. А со стеной, я думаю, что нет, смысла нет просто.